Ирина Смольянинова взяла вот эту небольшую секцию квартирного типа в общежитии 91-го квартала в ипотеку. Платит исправно. Долгов за услуги ЖКХ тоже нет. 15 августа Ирину затопило. Женщина отпросилась с работы и тут же побежала на второй этаж, а затем на третий, выяснять, в чем дело. У соседей все сухо. Значит, проблема в трубах, которые от старости давно прогнили. По телефону слесари заверили, что обязательно придут. Неделя-две – молчок. Тогда женщина обратилась в руководство компании и попросила составить акт проверки. Похожая ситуация и в соседней квартире. Мы говорит, не будем акт составлять. Я говорю, на каком основании не приходите за актом? Мне надо акт составлять. А вы куда с этим актом пойдете? Я говорю, это уже мои проблемы, мое дело. Куда я с ним пойду? Дальше пойду или я так оставлю? Но ваше дело приехать и посмотреть. Так никого и не было. Потом я, получается, что-то директор как бы не дошло до меня сразу, что надо было к директору идти. Ну и все, у меня как бы тут, конечно, тоже нервные срывы, истерики начались, что я как бы сколько могу одна добиться. Ну потом мне посоветовали, что надо обратиться в АКТИС и с заявлением в администрацию. У Елены двое детей школьников. Сыну и дочке приходится делать уроки в темноте, потому что от сырости коротнула совсем новая проводка. Жековцы слушать Елену не стали и на повышенных тонах объяснили, что платить за восстановление света и ремонт после потопа она будет сама из-за халатности своих соседей. Ну о какой халатности может идти речь, если авария произошла на общедомовом имуществе, которое добрый десяток лет не проверялось и не ремонтировалось? Отвечать на вопросы журналистов в ЖЭД-2 не спешат. Здравствуйте, Людмила Валерьевна, могу услышать? Слушайте, это кто? Людмила Валерьевна, это вас беспокоит телекомпания «Актис». Меня зовут Яна Попова, я корреспондент. Я к вам, знаете, по какому вопросу? Я до Дмитрия Сергеевича не могу дозвониться вот уже несколько дней по поводу потопа в 91-м квартале. Вот хочу узнать, обращались ли к вам жители и почему акт не приходит к ним до сих пор составлять по поводу этого потопа? Какого потопа? Ну, в 91-м квартале на первом этаже потоп капает с потолка. Вы ошибаетесь, акты составлены, вручены жильцам. Тем временем у Елены и соседки все так же течет с потолка. Жалобу в администрации АГО еще рассматривают. В соседней пустующей секции прорывает трубы, а из огромной дыры в подвале несет смрадом и холодом. Жители рискуют замерзнуть в таких условиях, а зима не за горами. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время.